Так, где Сатурн? Вот Сатурн. Красота. Очень даже красота. 9 июня 2020 год, 2:17 по Киеву. Чудесно, чудесно. Вижу кольца. Боже, как давно я не снимал, ты представляешь? С этим карантином и дождями больше месяца, наверное. Ну, где-то так. Даже не представлял, что я так соскучился. Ладушки. По-моему, очень все хорошо. Уходим и смотрим на других наших виновников торжества. Вот она, луна. А где наш Юпитер? А вот он. Сейчас будем попадать. Такая вот у нас сегодня триада сложилась. Равносторонний треугольник. Из Луны. Юпитера и Сатурна. Очень красиво это смотрится. Явление редкое. Убежала от меня и подушка, как лягушка. Юпитер, да, Юпитера у нас, ну, вижу полосы, красота. До Юпитера у нас 648-647 миллионов километров, до Сатурна сегодня 1 миллиард 383 миллиона километров. О, даже один из спутников мелькает слева. О, при таких настройках обычно светочувствительности на спутнике не хватает, а тут надо такой подарок. Так, попробую сейчас с резкостью поиграться. Вряд ли это принесет радость, удовольствие, но не сделать этого попросту не могу. Уже лучше, лучше, лучше. Да, комары.
Не, ну вижу полосы, господи, что же мне еще надо? Ио, наверное, уже спрятался. Ну а что это может быть? Это может быть, там у нас сейчас справа Калиста, потом идет Европа, Ио сейчас за... Ну это остается только Ганимед. Мелькает слева сейчас. Так, ну и Луна. Осталось самое легкое. Луна. Сейчас найдем. Луну мы потерять не сможем. Все. На штативе наша красота. Колебания воздуха, конечно, мрачные. Ну, лето что-то сделаешь. Резкость вроде нормальная, в прошлый раз я с удивлением обнаружил, что дикая. В расфокус я наснимал. Да, ну гуляет, конечно, атмосфера. Что ж ты сделаешь? Так, у нас там еще Марс, он встает. Господи, вообще красота какая. Если все сложится, так еще и Марс снимем под рассвете, когда он повыше поднимется над горизонтом. Так. Давай переместимся куда-нибудь. Вот так сделаем. Прелестно, прелестно. Штиль. Практически отсутствие облаков. Дымка. Бог с ней, с дымкой. Что есть, то есть. Конечно, за такой перформанс. Спасибо матушке природе. Как чётенько в треугольник стали. Планеты и спутники. Да, очень удивляет атмосфера. Ну, ничего. Видно кратеры. Великолепно. Ты посмотри, комары, зараза. Спутник какой-то летит, посмотри. Жалко, сейчас я его не поймаю. Ну, сейчас попробую на другие настройки переключить. А, он уже все
спрятался, вышел из освещения. Ну ладушки, давай сейчас поснимаем на других настройках.